Surprise, motherfucker. Всем привет, друзья! С вами Мистер Билл, и мы продолжаем проходить Алису Магнес Ретурнс. В прошлый раз мы остановились где-то здесь. Нам вниз, похоже, надо. Да, продолжаем проходить. Да, мы пришли отсюда. А чё столько зубок не собранных? Кошак. А, это просто просмотр. Какой-то лабиринт. Понятно, напоминает лабиринт с первой части. Если это действительно так, это жопа, короче. А почему мы здесь вообще? В прошлый раз, кстати, я сохранился, но как-то странно оно сохранило, ладно. Почему мы вот этого до сих пор не взяли? Еда занимает отдельное место в твоих снах, Алиса. Но пироги ничего, это ничего особенного. Никогда не отказывались от десерта, от чая. Не от чая, если был пирог. Так, в прошлый раз мы побежали вот оттуда. Почему я в прошлый раз-то не взял? Странно. Ага, там есть эти штучки-дрючки, по которым можно идти. Штучки-дрючки у нас первая вот. И следующая вон. Я до нее допрыгну, да. Ладно, тот зуб уже не буду брать. Пошли дальше. Так, ну и похоже, да, это такой же лабиринт, блин, как в первой части. Если он такой же кумарный и сложный, это жопа, короче. По крайней мере, похоже на то. Так, вид сверху, замечательно. Это нычка. И что же у нас тут будет? Бутылочка. Как неудобно это управление. Так. Да что, беги. Что застрял-то? Красный ей, конечно, идет, но все-таки синее платье мне у нее больше нравится. Так. Да, этот подобный лабиринт, короче. Здесь, скорее всего, будет появляться куча всяких монстров. Но здесь более эффективное оружие, чем в первой части. И плюс у Алисы есть определенные вот эти движения, которыми можно убегать от монстров. Плюс есть наведение. Хоть и плохое, но все-таки оно работает. Периодически. Ух ты. Кто-то орет. Так что происходит, алло? А что за прикол? Почему у меня наведение на вот ту херню, при том, что этот хрен ближе ко мне находится? А наведение у меня почему-то вот на эту вот лабуду летающую, которая мне уже ничего урона не несла. Да, с наведением здесь не все в порядке, почему-то наводится странно. Один моб был ближе, чем другой, но почему-то наводилось на дальнего. Какая-то ерунда, короче, происходит тут. Так, а где этот заборчик там где-то? Это здесь или нет? Не, похоже, не здесь. Да, это похоже лабиринт, как с первой части, только есть такие дырки, есть, вот можно посмотреть через них. Ёп. Твою дивизию.
Здрасте. Ну ё-моё. Да не надо на него наводиться, такие. Такой большой-большой здоровый чувак. И тут я хаваю тортик, на котором ты съешь меня. И превращаюсь в такую большую и непослушную девочку. Эх, какая прелесть. Такой аж уронил бедолага. Ай, мясо. Он аж уронил свою фиговину. Такой крутой парень был все время. Тут сдулся, бедолага, сдулся. Нам куда-то туда вон. Так. Гигантская лиса может топать или давить врагов, атакуя башню королевы, чтобы открыть ее сердце. Разбейте ворота замка, преграждающие путь. Так. Прикольно быть такой здоровой, только зачем она так топает, я не понимаю. Раз, и вот этот лабиринт, он, мы оттуда в него зашли. Прикольно на него сверху смотреть так. Да. Ага, здесь целая куча этих. Чего так всю игру не пройти большой? Зачем ты маленькая сейчас становится? Дебильные шахматы. При том, что я нормальные шахматы-то люблю, но в этой игре это... Так. Он мне кто-то стреляет чем-то. А! Огромная пушка вон там. Я не маленьким не могу стать, не прыгнуть. И бежать не могу. Топай, топай, давай. Прям разлетелось. Потому что мне нравится большой Ариса играть. Это все забрали, да? Съешь меня. Что, раньше нельзя было съесть такой тортик? О, какие мы огромные.
Да, если не видел, друзья, лагало до этого, извиняюсь, но перезаписать уже не могу, поскольку заново тут нельзя начать следы. Надо было ближе подойти. Мясо. Друзья, если видео лагало до этого, извиняюсь очень сильно, но тут по декодеру проблема была. Надеюсь, сейчас ничего не лагает. Говорит. Да, глобальненько так. Ай-яй-яй. Отрывай щеваль, давай. А, сердце в мясо просто. Пожалуйста, уходи, не уйду. Я Халк. Я уничтожитель миров. Чё-то тренит. Класса урона такой. Drink me. Зачем? Не надо маленький становиться, да? Большой. Ну. Стали опять маленькой. Кошак, ты где? Мнение различно, но чтобы вернуть прошлое, продолжить поиск, тебе надо с ней встретиться. О, глаз. Воспоминания, действенный канал. Его рука была скользкая, Алиса, подобно угрю из Темзы, а фамилия ему ничем не поможет, Бамби. Если он практикует, то его постельные манеры потребуют улучшения. Кошмар, вы видели это вообще? Сейчас в сторону отбежим. Смотрите. Глаз, зубы такой, монстр. Так, ну, тут надо катиться, друзья. В следующий раз начнем отсюда.
Всем спасибо, кто пришел, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто смотрел до конца. Приходите на стримы, друзья, не забывайте. Также, если вы хотите выиграть ключики, вы знаете, что нужно делать. Нужно откомментить это видео, поставить ему лайк, и будет розыгрыш воскресенья ключиков. На сегодня все, спасибо, что еще раз начнем отсюда. Всем пока, друзья.